В историческом барокко-зале Вены состоялся сольный концерт казахстанской оперной певицы Айгуль Шамшидзеновой. Уроженка Талдыкургана окончила Венскую консерваторию и является сегодня ведущей солисткой филармонии Малера. Как приняла нашу певицу музыкальная столица Европы, расскажет Шолпан Найманбаева. Айгуль Шамшидзенова – молодая, талантливая и уже заявившая о себе оперная певица Казахстана. Еще в юности, участвуя в конкурсе молодых талантов, она покорила Голливуд. После были и другие конкурсы, а также выступления на различных сценах Европы. Но этот концерт для нее особенный – первый сольный в ее карьере. И не случайно местом проведения выбрана столица Австрии. Ведь Айгуль – выпускница Венской консерватории. На самом деле, выступая по всему миру, и больше всего волнуюсь всегда здесь и в Казахстане, потому что эти две публики, они для меня особенные. Я себя ощущаю как на отчетном каком-то концерте, потому что я все-таки здесь работаю и училась здесь. И когда я приезжаю домой, я показываю какие-то результаты. Произведения Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Винченцо Беллини и не только. Айгуль Шамшидзенова исполнила сложнейшие композиции известных итальянских композиторов. А насладиться творчеством казахстанской певицы пришли не только столичные ценители оперной музыки, но и гости, специально прибывшие на концерт из Парижа, Берлина, Петербурга и Алматы. Восхищенная публика рукоплескала стоя. То, что делает Айгуля, это намного глубже, чем можно ожидать от просто молодого артиста. Потому что она болеет за это душой и очень сильно переживает. И это переживание вносит какую-то совершенно безумную эмоциональность. У нее большой потенциал, у нее большое будущее. И было очень приятно слышать, как она красиво поет. Тут уже становится нормой, что наши таланты за рубежом очень хорошо выступают, достигают больших высот. Айгуль училась у лучших мастеров Казахстана, России и Австрии. Еще на заре профессиональной карьеры Жения Аубакирова одной из первых заметила в ней талант. Сильный голос, харизма и невероятное желание учиться. Эти три качества всегда отличали Айгуль от сокурсниц, говорят ее преподаватели. Кстати, венские педагоги не упустили шанса и также пришли на концерт. Хорошие вокальные данные у нее были всегда. Она училась у меня в Вене 17 лет. И мне очень приятно слышать сегодня, что она действительно слышит в ее выступлении, чего она уже достигла и в технике, и в интерпретации, и какой красивый, мягкий, льющийся действительно итальянский голос у нее теперь стал. Казашка, ставшая ведущей солисткой Венской филармонии Малера, имеет большие планы. Помимо гастролей по европейским столицам, ее с этой же программой приглашают в США. Приедет она и на родину 21 апреля в Нур-Султане. В рамках большого концерта под названием «Венецианская регата» Айгуль Шамшидзенова выступит с контртенором Казахстана Батыржаном Смаковым. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Вена, Австрия.